То есть, не говори ему, пока я не устроюсь на работу. Он очень добр ко мне. Ладно, посмотрим. Пора идти завтракать. Извини. Ты что, ушел от Селли? Мне гораздо лучше, когда я живу здесь одна. Все устроится. Ди забирают в дом престарелых. Возможно, какое-то время я не смогу о ней заботиться. А в чем дело? Она не хочет больше жить с монахинями. Она нигде не хочет жить. В любом случае, она уедет. Хорошо. Ну, а с тобой что случилось? Ничего. Бодрый, весел. Присматривай за ней, ладно? Ладно.